еще что-то. Там еще. Это был тот правильный шаг, который нам нужен сейчас. Нужен сейчас России, нужен молодой демократии. Это шаг, когда нужно молодежь увести из улицы. И молодежь, дать молодежи возможность, чтобы он сам попробовал себя. Может ли он это сделать? Да, вы знаете, эти ребята, которые пришли сюда, ни один отсюда не ушел. Ни один не ушел от тяжелой работы. Да, они доказали не только себе, и доказали нам, и доказали тем больным, которым тяжелым они помогали, что они могут это сделать. Да, они сильны. Они сильны духом. Да, сильная их идея, идеология. Вы знаете, будущее вот за этими ребятами. Чернов Олег Михайлович. Мы более года вместе, и у нас сложились не только, можно сказать, деловые отношения, да, но и дружеские, товарищеские. А, например, с Любовью Александровной действительно как, нам как мама, когда, которой мы можем позвонить, обратиться в любое время, несмотря на ее занятость. И мы будем продолжать, нас должно быть больше. И мы должны своим желанием помочь людям объять не только даже Москву, но эта программа действительно должна стать глобальной. И именно пример Склифа должен стать в хорошем смысле заразительным. И вот этот вот вирус добра, служения, он должен передаться и в другие регионы. Спасибо вам большое. Конечно, в первое время всем тяжело, но потом, со временем, мы понимаем, что это благое дело, что этим должен заниматься каждый, кто имеет для этого возможности. Волонтером может стать каждый желающий, и каждый может присоединиться к нам. Мы пришли к руководству и сказали, что мы хотели бы быть полезными, быть нужными. Заключили договор и составили график. Каждый наш участник волонтерской программы, я доброволец, по 3 часа 2 раза в месяц приходит сюда по графику. Он помогает младшему медицинскому персоналу, среднему медицинскому персоналу довести больных на процедуры, помочь принять пищу, помогают на перевязках, помогают в реанимации, помогают по хозяйственно-бытовым нуждам института. Первый день зимы, 1 декабря, на улице мороз, светит солнце, и когда волонтер приходит помогать людям, то им не только становится тепло от врачебного внимания, но и от внимания молодого человека, который пришел помочь справиться с недугом.